Проверить здоровье полости рта у друзей легко. Примерить на себя роли радиоведущих уговаривать их не придется. Дети могут полюбить даже самый скучный урок, если добавить в него элементы игры. Такими приемами пользуются на профориентационных занятиях. Каждая зона интерактивная, яркая и познавательная. Как после такого не захотеть стать спасателем? Во времена моего детства многие мечтали стать космонавтами, педагогами и военными. Сегодня ситуация обстоит иначе. В первую очередь это связано с развитием технологий. Специалисты сферы труда прогнозируют, что в ближайшее время список наиболее востребованных профессий во всем мире, да и в России, тоже изменится. Кстати, попадут в него и операторы 3D-принтеров. С помощью карты памяти переносим проект на чудо-машину, выставляем температурные параметры, и печать объемного изделия началась. Принтер воссоздаст небольшую игрушку за 1.5 часа. Мощность таких аппаратов разная, а главное, работать можно не только с пластмассой. В промышленности используют бетон и металлы. 3D-принтер экономит уйму времени и за счет этого снижает уровень затрат при масштабном производстве. Благодаря этому оборудованию, вот принтер 3D-печати, то есть более 80 человек прошли обучение в 2019 году. Славе всего 10, парень любит рассказывать друзьям о том, как прошел день, делиться своими мыслями и планами на будущее. А где же в 21 веке это делать, как не в интернете? В принципе, все сегодня нормально. Только вот произошло одно у нас в школе. У нас произошла сегодня какая-то мистика. Сегодня многие блогеры со всего мира зарабатывают с помощью своего увлечения. Слава пока об этом не думает, но отчетливо понимает, чтобы стать востребованным, нужно многому научиться. Театральное мастерство, риторика и азы работы с камерой. Полезные знания дают на курсах подготовки подрастающих видеоблогеров. Теперь я точно наберу 1 000 000 подписчиков. Няни для домашних животных. Звучит, может, непривычно, но потребность в таких специалистах растет по всему миру. Задумывается об этом и хозяин пряника. Времени очень не хватает, очень занятой. Вот. Раз я на мысли ловил, что нужно, ну, если бы была такая возможность, приходил бы человек, гулял с ним, кормил, вычесывал. Если бы была такая служба или услуга, я был бы только счастлив. Системное и экологическое мышление, клиентоориентированность и работа в условиях неопределенности. Вскоре уровень востребованности специалиста будет прямо пропорционален качеству владения этими навыками. При этом, по прогнозам социологов, сферы здравоохранения, образования и недвижимости своей актуальности не потеряют. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня.